Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Значит, это видео по проекту Супер Кэш. Я вчера зашла в него очень поздно по времени, как бы, да. И маленькое предисловие. Мое видео носит чисто информационный характер. Я делюсь с вами только информацией. Хотите работать, зарабатывать, добро пожаловать. Не хотите, пройдите мимо. Значит, я зашла на 50 рублей. Здесь вход единоразово 50 рублей. И за ночь я уже получила 200 рублей. Согласитесь, неплохо. Так, значит, это наша информация. Регистрация здесь очень простая. Вам придет... После регистрации окошко с паролем нужно будет сохранить. Здесь находится команда приглашенные пользователи. Так. Далее. Финансы. Вот. Расход 50 рублей я сюда закинула. Доход 200 рублей. Так. Я уже заработала за ночь. За шикарно. В настройках ваша прописываем кошельки и будет находиться ваш пароль. Также запишите. Здесь поддержка. Так, у меня в команде сейчас 21 человек. Значит, вот это зелененьким, как я поняла, проплаченные идут. Хорошо. Это не проплаченные. Так, значит, шикарный маркетинг. Это я вот уже с телефона читала его. Значит, важно, до конца месяца на проекте действует акция. Вход по цене всего 50 рублей. Так, после регистрации вам дается 2 дня на совершение стартового платежа. При этом вы оказываете денежный подарок другому участнику проекта. Для этого вам необходимо иметь сумму в размере 50 рублей на своем счете. Так, и проект работает с платежной системой Payeer. Значит, подробнее о совершении получения платежей читайте на вашей пошаговой инструкции. Так, ваш подарок делится на две части. 10 рублей поступает на счет системы, это проекту, на содержание проекта и его рекламу, благодаря чему создается общий поток рефералов. Остальные 40 рублей получает ваш куратор, участник в команду, в которого вы попадете. Аналогично, каждый участник вашей команды, приглашенный лично или полученный от системы, будет оказывать подарки в ваш адрес. При этом ваша команда будет постоянно расти за счет системы переливов, уже без необходимости делать личные приглашения, то есть на пассиве. Так? Значит, как система распределяет денежные подарки? Так, вы пригласили 2 рефералов плюс 80 рублей. Так. Далее что? Шаг первый. Квалификация. Перелив наверх. Каждый участник должен выполнить квалификацию Q пригласить лично или автоматически получить от системы, но при этом вы должны оплатить 50 рублей. Так. Правило общей очереди. Одного реферала. Я думаю, одного реферала за 50 рублей не проблема пригласить. Всего лишь единожды. Который оказывает подарок не вам, а вашему куратору второго уровня и переходит в его команду перелив наверх. На этом ваша квалификация считается выполненной. С этого момента вы начинаете получать доход. Шаг второй. Любое количество личных приглашенных от нуля до бесконечности. Значит, после этого каждый новый участник будет всегда попадать в вашу структуру, оплачивая участие в системе непосредственно вам. Важно, это могут быть как личные приглашения, так и рефералы от системы, а также переливы. Здесь очень мощные переливы. Вы пригласили 2 человека, к вам пришло, так, плюс еще 4, всего 6. Это все суммируется, потому что здесь только один уровень, плюс 160 рублей. Далее. Плюс еще 8. Всего 14. Это плюс 320 рублей.
Это все переливы от системы. Или же вы приглашаете. Это как на ваше усмотрение. Далее. 16. Так. Ой, плюс 16. Всего в сумме 30 человек. Это плюс еще 640 рублей. Так. Далее. 32 реферала плюс 64. И еще плюс n-ный платеж, если вы пригласили третьего участника, третьего реферала по 40 рублей. Итого это плюс 2560. Далее здесь вот это все можно прочистить. Здесь вот таблица. Смотрите, первый цикл плюс 2 человека. Всего 2. Плюс 80 рублей. Общий доход 80. Здесь новый плюс 4 человека. 2 плюс 4 всего 6. Это доход 160 рублей. 240 рублей. Далее. Цикл третий. Плюс 8 человек. Всего 14. Плюс 320 рублей. Так. И общий доход составляет 560 рублей. И так далее. Можно посмотреть это по таблице. Так. Шикарный маркетинг, я считаю. Давайте перейдем на почту теперь. И смотрите, вот меня такой сюрприз ждал. Я еще даже не открывала. 5 вот платежей по 40 рублей. Но Payeer у нас берет комиссию. Так, плюс 39,60. Плюс 39,60. Второй, третий, четвертый, пятый. Вот, итого 200 рублей у меня заработано. Ну что, это не шикарно? Это супер! Вот. Ну, как бы дело каждого. Конечно, я не могла пройти мимо такого проекта. Проект работает, платит. Вот. Решайте сами, надо вам этот проект или нет. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!